Команда World Class вдохновляет людей заниматься фитнесом. С 2015 года проходит так называемая «Битва титанов». В этом году спортивные соревнования среди тренеров и членов клуба прошли на масштабном уровне. Подробнее в сюжете. Спорт – это красота жизни. Команда World Class вдохновляет людей заниматься фитнесом и поддерживает их на пути к успеху. Физическая активность, здоровый образ жизни, подтянутое красивое тело – то, что делает всех нас уверенными в завтрашнем дне. Миллионы девушек и молодых парней проводят время в тренажерных залах, следят за своим питанием и сбрасывают лишний вес. Фитнес не просто стал для многих модным предназначением, а превратился в потребность, дал возможность сделать свою жизнь полноценной и энергичной. Одним из таких мест является фитнес-клуб World Class, где с утра до ночи люди занимаются спортом. Сегодня у нас ежегодное мероприятие «Битва титанов», где участвуют члены нашего клуба, вместе с тренерами проверить свою силу и выносливость в тех функциональных дисциплинах, где показывают свою силу и выносливость. Каждый член клуба пробует свою силу и выносливость вместе с тренером, выполняя определенные комплексы упражнений по станциям. В этом году у нас 12 станций соревновательных. Дистанция 700 метров. Ежегодный турнир «Битва титанов» собрал большое количество участников. Девушки и парни показали, как нужно заниматься спортом, чтобы быть в такой хорошей физической форме. Все препятствия участники проходили в команде и на время. Комплекс упражнений включал в себя прыжки на скакалке, перешагивание через барьер, пробежка через баллоны, перебрасывание большого баллона по треугольнику и многое другое. Вся сложность составляет в том, что все должны трое одновременно закончить. То есть моя задача как тренера двух членов клуба довести до конца, чтобы все дошли. Ну, в принципе, все. А это в конце будет. Пока мы самые быстрые. Мы первые прошли дистанцию. Соревнование длилось до вечера, и все участники и зрители с нетерпением ждали окончательных результатов. Соревнования проводились в трех категориях – мужской, женской и смешанной. В целом на спортивном событии определились 27 призеров. Им были вручены грамоты и подарки от имени организаторов клуба. Тамирис Лиугабылова, Мирджан Жумамуратов, Николай Шевелев, Пятый канал.